С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов для дома. Это набор бытового класса для ремонта какого-то мелкого по дому. Код товара 30168. Это набор WMC Tools. Сам бренд — это белорусский бренд, но завод по производству данного инструмента находится в Китае. В наборе 168 предметов. Комплектация указана. Кстати, указана комплектация на польском языке. И комплектация указана у нас на русском языке. Это вот упаковка, которая идет сверху на пластиковом кейсе. Так, в комплекте идет молоток. 280 мм длина, вес молотка 490 грамм. Молоток гвоздодер. Так, далее у нас клещи переставные. Длина 210 мм. Небольшие они. Разводной ключ, длина ключа 135 мм. Нож канцелярский, без лезвий, в комплекте только одно лезвие идет. Набор Г-образных ключей шестигранных, 9 штук в держателе. Пассатижи, длина 160 мм. Далее длинногубцы. Так, съемник изоляции. Ножовка по металлу. В комплекте одно полотно идет. Изолента. Такой небольшой моток. Так, биты. Биты у нас тут набор, получается, короткие биты и один набор у нас длинные биты. Общее количество их 28 штук. Профили крестообразные, шестигранные, шлицевые, квадрат даже есть и биты торкс. Маркировка есть на держателях. В верхней крышке у нас 4 струбцины, такие вот 4 держателя, 2 и 2. Набор крепежа, коробка с крепежом, уровень небольшой, магнитный. Трещотка 3/8 дюйма на 24 зуба, длина 200 мм. Трещотка разборная, два винта выкручиваете, механизм можно внутри обслужить. Удлинитель 3/8 дюйма 70 мм. Головка свечная на 16 мм, внутри резиновая вставка. Набор ключей, 6 ключей комбинированных в наборе. Так, по размерам пройдемся. У нас тут 8. Далее 10 ключ.
12, ключ на 13, на 14 и самый большой на 15. 6 ключей комбинированных. Рулетка 3 метра. Набор часовых отверток. 5 отверток. У нас получается 3 шлицевые и 3 крестовые отвертки. Набор обычных отверток. 4 отвертки. 2 короткие и 2 длинные. Крестовые и 2 шлицевые. И отвертка с реверсом. Отверточный держатель с реверсом. Сюда можно вставлять и биты, и через переходник специальный подсоединять головки. И также есть еще один переходник магнитный в комплекте под дрель. Под шуруповерт, вернее. То есть масса вариантов. Можно и биты подсоединять, и также головки. Переключаете реверс справа-влево. Так, и набор головок. В наборе у нас головки под 2 квадрата, 1,4 дюйма, маленький квадрат, и под 3,8 дюйма. Это под эту трещотку, которую я уже показывал. Общее количество головок 22 штуки. Чтобы использовать маленькие головки под 1,4 дюйма, в комплекте идет переходник. То есть его одеваете на трещотку и подсоединяете головку. Через переходник, который идет в комплекте. Вот. Профиль головок шестигранный. Самая маленькая у нас идет на 4 мм. И самая большая на 19, 6 граней. Так, по габаритам самого кейса. Давайте начнем. Кейс состоит у нас из двух частей. Защелки запирания пластиковые, две защелки. Сами петли также пластик, внутри металлические вставки. Гарантия на инструмент составляет 1 год. На верхней крышке у нас логотип WMC Tools. Вес набора 6 кг, 300 грамм. 'Ширина кейса у нас 44 сантиметра, длина с рукояткой 36, высота 8 сантиметров. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий под этим видео. При покупке в нашем интернет-магазине вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр. До свидания.